На пути к исцелению от недуга человек переживает множество испытаний. Зато, победив болезнь, он становится сильнее не только телом, но и духом. Сегодня у меня в гостях человек, который, вопреки страшным диагнозам врачей, исцелил себя сам. Встречайте, Звиат Арабулли, автор уникальной восстанавливающей и оздоровительной методики для организма с необычным названием «Ходу». Звиат, спасибо, что пришел. Ходу. Так называется гимнастика, которая у тебя в ходу. Совершенно верно. Слушай, как это получилось, что ты придумал свою гимнастику? Вообще все такие вещи придумываются не от хорошей жизни. К сожалению. Я был болезненный ребенок, тяжело болел. В конце концов все это достало, пришлось само себя вытаскивать. Звиат Арабулли, 45 років. Автор методики відновлення та омолодження організму «Ходу». В дитинстві Звіат ледве не помер від кору, страждав на астму. Внаслідок чого мав цілу низку хронічних захворювань. Але Звіат вилікувався самостійно. Методом експериментів над власним тілом чоловік розробив унікальну гімнастику ходу. Вже за півроку занять Арабулі забув про страшні діагнози лікарів. Комплекс ходу уповільнює процес старіння, покращує роботу всіх органів, допомагає позбутися зайвої ваги і навіть зморшок. Дає змогу підтримувати чудову форму в будь-якому віці. Сейчас ты, конечно, производишь впечатление мужчины, который регулярно занимается в тренажерном зале. Нет. Нет. Ходу не предполагает использование снарядов и тренажеров. Ходу заменяет внешнюю нагрузку, то, что мы получаем в тренажерном зале, напряжением противоположной мышцы. Природа нас снабдила вообще полным комплектом мускулатуры. Если есть сгибатель, есть разгибатель. Угу. Если есть бицепс, есть трицепс. Так? В тренажерном зале я тренирую либо бицепс, либо трицепс через блок. А в ходу совершенно по-другому. Я напряг руку, медленно ее выпрямляю с напряжением и медленно ее сгибаю. То есть по эффективности я сразу выигрываю в два раза по времени. Мне не нужно отдельно бицепс, отдельно трицепс. Очень простой принцип. И ходу вот этот принцип распространяет на все тело. В ходу за один час тренировки тренируются все мышцы. От ног начиная, заканчивая лицом и глазами. И глаза тренируются? И глаза, да. Звиат, скажи, пожалуйста, почему твоя гимнастика называется ходу? Это моя древняя деревня в горах Грузии, откуда мой род вышел. Привет, ходу. Я уверена, что все буду добро там смотрят, конечно, с большим интересом. И мы сейчас будем все вместе делать упражнения. Да. То есть ты в своей гимнастике знаешь, какое упражнение оказывает влияние на какую группу мышц, да? Совершенно верно, конечно, да. И даже оздоровительный эффект есть конкретный? Это в первую очередь. У нас по разным подсчетам от 600 до 700 мышц у человека. А в жизни мы используем от 60 до 90. Получается, что остальные мышцы атрофируются. В первую очередь мышцы позвоночника. Но это одна беда. Вторая беда то, что вместе с этими мышцами умирают зоны головного мозга, которые за них отвечают. Да ты что? Это правда. То есть мы глупеем? Совершенно верно. Так это можно исправить как-то? Мы сейчас попробуем. Хорошо. Скажи, пожалуйста, Звиат, всем ли можно заниматься гимнастикой ходу? Какие есть ограничения? Ограничений практически нет. То есть по возрасту точно. Занимаются от 7 лет и самый взрослый занимающийся 82 года. Ого, круто. Вы, наверное, замечали, что с возрастом рост человека уменьшается. 32-33 позвонка, знаете, да? По чуть-чуть каждый отдел садится, и в итоге укорачивается рост. К 70 годам возможна потеря до 20 сантиметров. А-а-а. До 20 сантиметров. Я на себе покажу, к чему это может привести. Плечи опускаются вниз, скручиваются, давление передается на легкие, на диафрагму, диафрагма опускается вниз, и в результате давление увеличивается, увеличивается, увеличивается и запирается в области малого таза, вот здесь. То есть это женские и мужские органы? Совершенно верно. Вся мочеполовая система. Все эти проблемы решаются только целенаправленной тренировкой. Вот ходу это и есть та самая целенаправленная тренировка. Давай попробуем. Первое упражнение называется стойка штангиста. Угу. Так, ножки шире плеч и стопы параллельны. Да. На вдохе чуть-чуть присесть и вот так вот прогнуть поясничку и лопатки соединить. О! И почувствовать какой поясничный ты мощный, да? Смотрите, какой. Ладно. Не, лопаточки соединить. О, хорошо. Это вдох. На выдохе выпрямляемся. Копчик под себя скручиваем и сутулились. То есть в обратную сторону, да? Позвоночник в одну сторону и в другую. Должно быть вот так смешно. Слышно? Да. Ладно. Это смешно только первое время. Еще разик. Тазом назад. О, хорошо. И на выдохе.
Еще разик. А руки напрячь. И пресс напрячь. Чтоб спинка прогнулась. Ты знаешь, наш тренер Анита Луценко постоянно говорит, что медленные упражнения – это круто. Особенно, это круто, когда больно. Ты тоже так считаешь? Ну, по поводу боли можно поспорить, но это серьезно? Круто. Так, значит, ходу – это не больно, но весело. Хорошо. Продолжаем. Так, вот так вытянуться. А теперь ручки опустить чуть-чуть вниз. Копчик под себя. И скрутиться. Руки чуть ниже, 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 ниже. О, вот это называется растяжка холки. Челюсть напрячь и в небо. Зачем? Держать, 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 держать. И вот сейчас, вот этот момент, греется вот эта зона. Вот эта зона, там, где вырастает солевик. Там, где сплошной остеохондроз. Это хорошо, но там будет гореть. Все, отпустили, хватит. Все. Я была красивая. То, что человек потеет, это хорошо. Без утомления тренировка вообще смысла не имеет. Значит, мы прорабатываем все мышцы, да? Да, так должно быть. Я действительно чувствую, как все-все-все работает. Давай еще. Втянули живот вот так. Втянуть, да. Вы тоже втяните животы, пожалуйста, вот так. Сидеть там можно сделать, чтобы грудная клетка поднялась. И почувствуйте вот эти мышцы. О! Саша, наверное, чувствуете, да, как тянется он туда? Да. Это внутренние косые мышцы, которые от позвоночника держат брюшину. А дышать можно? Или... Да, конечно, дышать можно, да. Ага. Вот, их услышали. Теперь опустили живот, опустили. У кого больше, у кого меньше. Спасибо. А теперь в темпе, вот так. Раз, два, три, четыре, вот так. И самое главное при этом, не-не-не, дышать абсолютно ровно. Это мы делаем, а дышим как обычно. А как обычно, да. Если вообще дышим. Молодец. Здесь потренировали. Это упражнение тренирует что? Это массаж всего кишечника. И мозга, потому что у меня уже вот так в голове. Кровь отливает. Да. Кровь отливает к мышцам. Это нормально. Упражнение для шеи. Мы поднялись чуть выше. Значит, ага. Вначале чуть-чуть повращаем плечами вперед-назад. Вот так. Но с силой, да, вот так. Так вот там, вот так грести пытаемся. О, хорошо. Почему стареет лицо и шея в первую очередь? Потому что эти мышцы никогда не тренируются, вот эта зона. Угу. Мы тренируем в спортзалах все что угодно, но не лицо и не шею. Поэтому вся наша гвардия имеет практически безжизненную мимику и шею, которая выдает возраст в первую очередь. Слушай, так ходу это еще и омолаживающая гимнастика? Так она и называется. Практика омоложения организма. Я уже хочу это сделать, давай. Шею напрягли. Угу. Можно еще вот так. И влево-вправо, вот так. Не спеша, не спеша. Хорошо, около одной минуты достаточно. А? Потом шею вверх-вниз еще. И вот так вот. И вниз. И вниз. И молодец, молодец. А вот теперь мы перейдем на лицо. За мышцы лица отвечает третья часть двигательной зоны головного мозга. Если вы посещаете тренажерный зал, но не тренируете лицо целенаправленно, у вас умирает 30% двигательной зоны мозга. Поэтому если человек хочет быть здоровым, по умолчанию лицо надо тренировать регулярно, хотя бы 3 раза в неделю. Первое простое упражнение – просто поднимаем, опускаем брови. Вот так. Мы разговариваем с человеком, смотрим ему в глаза. И вот так. Раз, два, раз, два, раз. Так, самое главное – почувствовать брови свои. Следующее будет круче. Упражнение называется «крысиная мордочка». Вот так. Значит, опять в ритме. То есть, как будто что-то плохое попробовали или понюхали, да? У некоторых крысиная мордочка настолько естественно получается. Вот я смотрю. Хорошо. Следующее упражнение – то, что делают актеры перед выходом на сцену. Артикуляционный аппарат. Вот так. Да. Подожди, Звет. Для тех, кто только что включил программу «Все будет добро» и думает, что Надя сошла с ума, нет. У нас сегодня Звет в гостях, который показывает гимнастику ходу, полезную для всех мышц, которые мы уже проработали, а сейчас работаем над лицом. Давай. Да. То есть мы представляем, что эта самая крыса лезет целоваться. Вот так. Так. Обязательно растягивать носогубную зону. Так. Следующее маленькое упражнение. Представляем, что у нас во рту соломка. Соломка. И мы этой соломкой. Ну, вправо. Хорошо. И последнее упражнение. Это уже целиком на все лицо. Комплексное. Значит, вот так. Растяжка. Челюсть вниз, конечно, верно. Брови наверх.
То есть две фазы. Сначала растяжка, потом сжатие. Так. А счет здесь какой? То есть нужно ритмично делать? Нет, темп. Приди раз секунду. И сколько так звеят нужно делать? А, целиком на лицо уходит где-то 5 минут. Прилив бодрости великолепный просто. Я как будто бы час провела в тренажерном зале. Поприветствуйте моего друга Звияда Арабулин. Спасибо тебе большое. Это здорово. Да, очень приятно. Спасибо.